Біз кішкінте бүлдіршінбіз, бақыт сыйлар, өмін қызбыз. Қуанышты көңіл сыйлар, мереке күш келдіңіз. Детский сад «Мирей» построен в 2014 году на 240 мест. Сегодня здесь функционирует 12 двуязычных групп. Предусмотрены также две коррекционные группы для особенных детей. Цель – совершенствование инклюзивного образования. Жалпы қызметкерлер саны 76. Общая численность работников составляет 76 человек, на государственном языке 7 групп, на русском языке 5 групп. У наших выпускников много хороших достижений. Мы ими гордимся. Успехи детей проявляются при посещении школы, и это во многом заслуга воспитателя. У нас много детей, которые поступили в Назарбаев интеллектуальную школу, IT-лицей. Мы проводим мониторинг. В новом учебном году у нас откроется группа предшкольной подготовки. Планов много. В штате воспитателей 36 педагогов. Они совершенствуют свои знания и обмениваются опытом, принимают участие в городских, областных, республиканских конкурсах и занимают призовые места. Я работаю в детском саду уже третий год. Работаю в старшей группе. С моими воспитанниками мы всегда находим общий язык. С ними работать очень легко и интересно. Сейчас летнее время, сейчас мы проводим ознакомление с окружающей средой, рисование, лепку проводим, физкультурные занятия, музыкой занимаемся. На свежем воздухе мы занимаемся подвижными играми, закаляемся. Одна из главных задач дошкольного образования – внедрение современных методов в процесс обучения и воспитания подрастающего поколения. Педагогический коллектив детского сада использует новейшие технологии и открывает для детей творческие кружки. Юлия Лагуткина, Гульмира Манбаева, Медет Каиркенов, Берег Манап, Кокши Ахпарат.